Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». Я надеюсь, что вы успели посмотреть уже в предыдущем ролике процесс приготовления живого огня, ну или остроогненной лавы. Я про жгучую грузинскую аджику. Если пропустили, обязательно посмотрите. Сегодня хочу показать мягкий вариант этого соуса. Он отлично подходит, например, для бутеров. Или для подачи, к примеру, там, к мясу жареному и к картошке. Вот такой вот рецепт. Для него понадобится острый красный перец, сладкий перец, чеснок, зелень кинзы и петрушки, кориандр зерных, винный уксус, масло растительное и соль. Подготовка перцев такая же, как и для предыдущего рецепта. То есть их нужно было старательно промыть и оставить подвяливаться в тени на трое суток. Я все это уже сделал 3 дня назад, а сейчас начало процесса. И все это сейчас через мясорубку. И базилик сухого. Жалко, что свежего у меня сейчас нет. Теперь эту ароматную смесь нужно оставить созревать при комнатной температуре на 2-3 суток. Она станет классная. Все ароматы смешаются. Это будет супер. Это будет просто бомба. Вот такая просто песня. Обратите внимание, соли в рецепте достаточно много. Он выступает в данном случае здесь и как консервант. Ждем. День X настал, аджика готова. Теперь ее можно перекладывать в банки. А затем сверху в каждую баночку налить немного растительного масла, так она будет лучше храниться. Это отличная штука. Но я хочу сегодня насладиться вкусовыми сочетаниями аджики по полной программе. У меня осталось немного острой аджики, я ее готовил в предыдущем ролике. Вот здесь вот ссылочку повешу. Если кто-то не видел, посмотрите. Так вот, я хочу приготовить свиные рульки в острой аджике и подать их с картошкой обжаренной, с вот этой мягкой аджикой в качестве соуса. Это вот такое сочетание. Запекаться будут в предварительно разогретой духовке. Температура 160-170, верхний и нижний нагрев. Время запекания 3,5-4 часа, но встретимся мы с вами минут за 20 до окончания готовки рулика. Сейчас отварю картошку до полуготовности в подсоленной воде. И никаких пряностей добавлять не нужно. У меня есть отличная аджика. Картошку надо слегка подсушить, прежде чем выкладывать в горячее масло. А вот теперь можно уже начинать румянить. Процесс идет, давайте посмотрим, что у нас там с рульками. Отлично. А теперь возвращаю в духовку при температуре 180-190 градусов и включенном режиме конвекции, чтобы немножечко их подрумянить.
ждем. Встретимся с вами за столом. Долгожданный момент. Рулька, обмазанная острой аджикой. Эта острая аджика содержит достаточное количество соли, поэтому я рульку и не солил. И вот этот ломтик с аджикой уже мягкой. Бомбическое сочетание. Так, и картошечки вот этой с поджаристым краешком. Ароматная. Классная. Вся кухня пропитана ароматами и картошки вот этой жареной запеченной. И самый главный аромат – это аромат вот этой аджики. Очень яркий. Это надо есть. Слушайте, можно даже без рульки. Божественно. Это надо готовить. Готовить очень много, потому что такую аджику вы съедите очень быстро. Это классно согревает. Такая... яркая, такая просто песня, просто сказка. Ладно, я ждать буду уже за кадром, и вот эту вот замечательную шкурку, яркую тоже, проаджиченную. Все, заканчиваем. Ждать я буду за кадром, уже это очень вкусно, очень классно. Готовьте сразу в большом объеме, съедите быстро, как бы вы там не экономили, потому что очень классная штука. Спасибо за компанию. Напоминаю, Самура Рептил с очень хорошими скидками по промокоду Фреска вам помогут на кухне. Спасибо, что пишете комментарии, лайки, дизлайки. И особенное большое спасибо тем, кто делает репосты видео. Всем пока. Все, а я начинаю набрасываться.